Всем привет! Вы на канале Геолог Латыш, меня зовут Константин, а сейчас Крымский мост на Дасталь, ребята, проезжаем мы стройку века. Ну что, я проехал где-то почти 3000 километров на нем. Отличный автомобиль для путешествий. Для новой машины за такую цену самое оптимальное. Все работает. После чипа вообще машина стала быстрее набирать скорость. Расход немножко упал даже. Всем привет! Вы на канале Геолог Латыш, меня зовут Константин. В продолжении серии путешествия Краснодар, Ростовская область. Нет, сначала Ростовская область была, потом Краснодарский край, а сейчас Крымский мост на Дасталь. Ребята, проезжаем мы стройку века. Да, не видно, конечно. Еду я в город Севастополь на Дасталь, как раз его протестировать заодно, плюс какие-то дела порешать свои. Ну и снять для вас, конечно, обзор крымский на Дастере. Ну что, я проехал где-то почти 3000 километров на нем. Отличный автомобиль для путешествий и для езды. Самое, ну, для наших дорог оптимальный автомобиль за оптимальную цену. Для новой машины за такую цену самое оптимальное. Все работает, никаких претензий нету. После чипа вообще машина стала быстрее набирать скорость. Расход немножко упал даже. Было где-то 7,4, когда я с Москвы ехал. Ну, может, еще машина что обкатывается. Сейчас где-то 7 литров. Ну, я где-то в среднем еду так по трассе 120-110 километров в час. Плюс на переднем приводе отключил я авто. Гололеда нету, асфальт сухой. Не вижу смысла его включать. До сих пор идет работа над железной дорогой. Люди до сих пор работают, собирать выше, получается, моста будет проходить железная дорога. Да, ребята, будете ехать по Крымскому мосту, стрелка работает, антирадар предупреждает. У них, наверное, остался последний стык. Ребята, поднимаемся на мост. Так съезжаешь плавно с моста и начинается двухполоска, трасса федеральная. И так будет она до самого Симферополя. Потом от Симферополя будет до Севастополя будет. Конечно, это все будет дорога будет вся будет платная. Ну, в ближайшее время, через год, через два, и мост будет платный.